Я Тепилка Сергей Николаевич. Расскажу про своего деда. Все, что я помню, со слов моей бабушки Шапеевой Ольги Егоровны. Мой дед Калгин Семен Васильевич, 1898 года рождения, ушел на фронт в первый месяц войны. В 1942 году попал в разведроту, а в июле 1944 ушел со своими товарищами в последнюю разведку. Добыв какие-то документы, при возвращении попали на немецкий заслон. Трое его товарищей остались прикрывать отход деда и командира группы. Впоследствии они так и не вернулись, а дед и командир при подходе к передовой попали под минометный огонь. Одна мина разорвалась рядом. Командира смертельно ранило, а деду раздробил ногу. Но он все-таки сумел доползти до передней линии. Там его подобрали наши солдаты. Потом был госпиталь. В конце октября 44 года вернулся домой по ранению. Затем началась гангрена. Если бы дал отрезать ранее ногу, может быть, еще и пожил. Но рана дала о себе знать. Умер дед 9 мая 45 года, когда весть о победе дошла до деревушки, где они жили. Помню, что в раннем детстве, когда мы с детьми играли в войну, я надевал какие-то две медали и красную звезду, оставшиеся от деда. Возможно, это был орден. К моему великому сожалению, эти награды не сохранились. Осталась вдова с двумя дочерьми. Одна из них младшая, моя мама, которая родилась 9 мая 41 года. Вечная слава героям. Спасибо деду за победу. Жизнь нам хватит.
жизнь.